Так, продолжаем по фестивалю. Еще раз всем здравствуйте. Да, наши три мира, соединенных вратами, держат на веерах трехканонно. Далее, арт покрупнее, можно это увидеть. Видите? Вот это с дюком четвертая, наш Descender Asteria. Ни одна из этих трех. От этих трех Nexus и вот. Но тут, в общем, вот эта, которая средняя, с ней намутили еще похлеще, чем с когтем. Суть. У нас в каждом цикле можно поймать момент, когда Леон еще живой. И точно так же можно поймать его. Или нарваться на него. Я вот не знаю сейчас, как будет. Потому что дальше начинается вот это все, и черные носки сразу указывают на... Вы поняли. У него такое же точно кимоно в линке, но с белыми. Тут очень все хитро у этих близнецов. Через камбэк. Дальше. Это вот их изначальный. То, что осталось от изначального небесного дворца. Поднимите руку, кто видит что-то, кроме улья. Я ничего не вижу, кроме улья здесь. Я видела, кто там жил, мне хватило. Дюк, величина такая, что спорить с ним, наверное, бесполезно. Все равно потом пойдет и все откатит как надо. То есть, кто пропустил на фестивальном постере отсылку к радиантам, тут не отсылка к радиантам, тут вообще карту дали мира. С этими тремя розовыми. Вот их нексусы. Вот четвертая. Он во франшизе на том же положении, что ли он. Ищите его, пока он еще живой и не наделал глупостей. Если он вам, конечно, такой нужен. Кадр тот еще все равно. Как сюда подвязывается Весперия, я потом объясню. Весперия просто играется уже им. Это как если бы Джудас рассказывал историю Леона. С пеленок. Практически. И нам угрожают продолжением Морайза. В том или ином виде.